лазерная резка и гравировка. С приходом на рекламный рынок гравировально-фрезерного оборудования резко увеличилась возможность по обработке различных материалов. Мы осуществляем резку криволинейных форм любой сложности из пластика различной толщины. То, что гравировальная машина находится под управлением компьютера, дает возможность проектировать наносимые изображения в популярных редакторах растровой и векторной графики. А это означает практически безграничный набор вариантов. Нанесение корпоративной и государственной символики, логотипов, надписей, вензелей и прочих образов может выполняться как по эскизам заказчика, так и разрабатываться нашим дизайнером. При этом могут быть заказаны изделия, выполняемые полностью резкой и гравировкой в одном цикле с одного листа. Гравировально-фрезерный станок существенно расширяет возможности производителей световой рекламы. Практически любой способ гравировки по контуру фрезой, оставляющий глубокий след в пластике, может дать эффект свечения контура. При подсветке с торца поток света заполняет весь внутренний объем прозрачной среды.